Кадетскому корпусу имени генерала фельдмаршала Шереметьева сегодня исполнилось 13 лет. За годы существования его закончили около 200 кадет. Многие выпускники стали офицерами. Для ребят этот день особый. Сегодня многие из них перед педагогами, своими друзьями и родителями дали торжественное обещание. У нас уже стало традицией в праздник Рождества Богородицы 21 сентября проводить торжественное обещание кадета. То есть кадеты 6-го взвода, 6-го класса принимают торжественное обещание и становятся настоящими кадетами. Торжественное обещание кадета сегодня принесли 18 воспитанников. Многие из них мечтают стать офицерами, как отцы и деды, поэтому для ребят это очень важное событие. Военная дисциплина с первых дней учебы, исполнение приказов и обязательная военная форма не останавливает от вступления в кадетский корпус даже девочек. Прилежно учиться, строго выполнять устав школы, заветы, кодекс чести и обязанности кадета, беспрекословно подчиняться приказам и распоряжениям командиров и начальников, самоотверженно готовить себя к служению Родине. Кроме общеобразовательных предметов, ребята изучают военное дело, основы православной культуры, проходят особую подготовку. В них воспитывают патриотизм, чувство кадетского братства и верности своей стране. Мы должны дать торжественное обещание в честь того, что вступаем в ряды российских кадет, будем учиться служить Родине. У меня папа, дедушка военные. Я сам тоже хочу служить Родине, защищать ее, любить. В настоящее время в кадетском корпусе обучается 155 ребят от 9 до 16 лет. Признаются, учиться тяжело, требования высокие, выдерживать серьезную подготовку бывает непросто. Но говорят об этом с гордостью и радостью, ведь преодолевать трудности должен уметь каждый, тем более будущий офицер. Анастасия Николаева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.